Всем привет! Мы продолжаем наше самое скучное и унылое прохождение RimWorld на ютубе. Прошлая серия у нас закончилась на том, что мы построили периметр из двойной стены, и к нам с неба упал гость. Гость у нас издает гул, поэтому нам нужно его устранить. Также между сериями я тут сделал разметочку. После этого товарища мы займемся продолжением стройки. Сюда я хочу перенести кухню вместе с морозильником, потому что здесь она мне мешает расширить мой киллбокс. Ну а тут, что-то я тут пожинул как-то, мало места взял, на побольше. Это будет у нас производственный такой комплекс. Посерединке я вот здесь поставлю верстаки основные, да, шкафы там. Ну, все, в общем, стандартно. По углам будут склады. Ну и склады где-нибудь, может быть, здесь еще сделаю, тут. Здесь я навтыкал этих штук исключительно для того, чтобы потом их просто, снимая крестиком, строить, а эти убирать. Надо всю сталь выкопать, стали мне нужно будет много. Ну, в остальных местах я разведку еще проведу, посмотрим, что там у нас вылетит. Сейчас, собственно, мне нужно возвести здесь оборонительное сооружение, чтобы потом расставить солдат и расстрелять ребят отсюда. Я урон не хочу от них получать вообще никакой, поэтому нужно так посерьезнее отнестись к обороне. И вот на этом мы, пожалуй, начнем данную серию. Тут у меня три турели, ну и стенки, а это я разберу и перенесу мешки сюда. Так что, думаю, можно продолжить. Ты что, стоишь тут? Стоять не надо. Иди работай. Здесь, конечно, турбину сейчас перекроют. Но это фиг с ним. Вообще бы их надо отсюда убрать в другое место. Тыкс, у нас что с электроэнергией? Угу. С электроэнергией вроде у нас все в порядке. О-о, полегче. Ребята, вы что, не надо тут сейчас это строить. Давай, кыш. Сейчас нужно вот это все построить. Это сейчас основное. А то он тут дебаф мне дает. А дебаф мне не нужен вообще никак. После... А, я еще хотел ведь вот это сделать. Нужно все-таки на компоненты переключиться, чтобы мне поставить верстак и начать клепать компоненты. А то они мне очень быстро улетят. Надо здесь построить всем жителям туалеты. Ну, нормальные комнаты, ванны. А это убрать будет. Ну и сделать одну общую где-нибудь вот тут, перед киллбоксом, чтобы в случае, когда на меня атака идет, я успевал быстренько всеми в душ зайти, получить баф и отбиваться. Что делать вот с этим? То, что у меня рейдов на меня нету адекватных. Пока я не решил, возможно, как отобьюсь, посмотрю еще немного. Если ситуация не поменяется, переключусь на Рэнди, проведу несколько дней под Рэнди и обратно на Кассандру. Возможно, это вылечит ее. Потому что то, что сейчас происходит, это... Ну, куда это годится? Вначале вроде плотно рейды шли, а потом все пропало вообще. У нас тупо затишье. Скучно играть становится. Можно, конечно, режимом разработчика, как мне советовали. Но туда я лезть пока особо что-то не хочу. Ага, у нас тут все готово, да? Сейчас мне нужно поставить... Блин, ферма мне тут немножко мешает. Ладно, фиг с ней. Я-то все потом разберу. Один фиг. Ну или оставлю просто стены, чтобы вдруг врыв отсюда будет, чтобы они тут были. Как-то так пока сделаю. Ты чё тут? А, ну у нас двойной отказ был. Минус 35. Это дело серьезное. Давай-ка ты сюда. Дальше сам разберешься. Итак, у меня все готово для того, чтобы начать выкуривать их отсюда. Сейчас я инициирую выход выстрелом. И посмотрим, как они у нас тут будут действовать, что они у нас покажут. Хотя,
Можно, наверное, тут построить, в принципе, было бы стены. Ладно, пускай так будет, посмотрим, что у нас получится с этого. Ох, сколько вас тут. Так. Инферно пушка. Это, конечно, мне может тут сейчас прилететь. Блин, надо было хлопушку построить. Это даже жестко было. Да, что-то я тут опростоволосился. Так, ты давай сюда обратно. И ты. Сейчас надо этого инферно-метчика убить, блин. А то он мне тут наделает делов. Блин, потушить не получится. А, пускай пушки взрываются. Так, а вы все в него. Так, вот это тут не надо гореть. Да, этот... А, стоп, не то выделил. Так, пушка сгорела. Причем взрыва не было. Непонятно. Возможно, то, что окружено все. Или я его не заметил. Так, вы отходите сюда. Ну, а здесь есть взрыв. Все, готово. Так, небольшие ожоги. Но это мне просто лень было строить вот тут. Стены вокруг. Как бы это можно было все убрать, все эти ожоги. Стены строишь, делаешь кишечный выход, ставишь вот так, точно так же ловушки. Половина сдохнет на ловушках, по крайней мере вот эти. А те, что по одному будут выходить, они просто по фокусу убиваются очень легко. Но так как и так все очень скучно, оставим как есть. Окей, можно продолжить строительство вот этого всего, чтобы убрать дебаф, то что они на улице как бы все это делают. И нужно будет, наверное, я думал второй генератор поставить сюда, геотермальный, потому что мне сейчас здесь будет... Сколько? Ну, тут достаточно много нужно будет поставить кондиционеров. Сразу же тогда это и сделать. С какой только стороны их тут начать. Ну, например. Например, вот так пока сделаю. Площадь просто огромная здесь. Вот на обогрев такого помещения уйдет, ну, я не помню, сколько у меня в среднем. Я чуть ли там не 10 обогревателей стоял, чтобы такое большое помещение прогреть. Можно, конечно, тут повторный слой поставить, что там, чтобы у нас как бы буфер получился температурный. Ну, не знаю, это посмотрим, буду ли я так делать. Тогда придется здесь некие шлюзы делать без крыши, чтобы тепло отводить. Если такой буфер ставить. Ну, это тоже все решаемо. Так, вы опять ничего не делаете. Тогда мы вам назначим большую стройку. Сюда. Нет. Так, не надо. Сюда. Сюда. И сюда. Все, давайте. Стройте.
Баф на просторное помещение пошел. Ну что такое? Не поделили кого-то или чего-то? Если вы чего-то не поделили, то зачем же драться-то в таком случае? Пускай так. Слушайте, а вы чё? Не надо вам здесь ходить. То вы начнёте поедать мои грибы. А этого вам делать не надо. Вообще никак. Ну вот эти корабли, они тоже не отмечаются как рейды, хотя... По идее, это событие считай как рейд. Такое же считается. То есть событие большой угрозы. Видно, что богатство подросло сразу. Такс. Сейчас мне нужно разобрать как-нибудь. Я пока так на глаз. Я потом посчитаю, где тут эти блоки поставить. На паузе, скажем так. Что у нас тут есть? О, котики. Котики — это хорошо. Как будет у меня один котик. Итак, продала всякий хлам. Вот. Обоим торгашам. Все, отлично. У меня теперь есть кот. Это замечательно. Так, котику мы сейчас сделаем место. Так, мебель. Котик у нас будет жить вот здесь. И нужно добавить ему область. О, у нас теперь будет нормальный кот. Он будет есть еду. И жить счастливой жизнью кошачьей. Это ли не замечательно? Все, давайте таскать. Так, а ты, котик? Ты, котик, иди домой. Котику надо сделать место. И сделать как-то вот так, чтобы собаки его не занимали. Что таскать-то будем? А всякую древесину и все подобное, что портится, оперативнее как-то уносить. А вот ребята что-то у меня тут не хотят соображать насчет этого. Приходится вручную объяснять. Так, что тут у нас еще? Медикаменты. Вот так, значит, да? Ты еще контрабандист. Ладно, сейчас мы с тобой свяжемся. Так, мне надо где-то вот в этом месте больничку бы сделать. Что в случае чего раненые, чтоб отсюда сразу в больницу уносились. И примерно в этом же районе нужно тюрьму нормальную поставить. Я думаю, может быть, где-то вот здесь вот это организую, чтобы не таскать через всю базу. Да и в случае побега, как вот было у нас недавно, чтобы они тут не на выход бежали, а где-нибудь через киллбокс. Тогда в случае чего они попадут под турели и далеко не уйдут.
Ладно, с кораблем я свяжусь на утро. А, ну ты уже, в принципе, проснулся, да? Давай, корми тут, бедняк. Посмотрим, что у него есть. Так, давайте винтовки все продам снайперские. Они мне все равно не особо нужны в таком количестве. 3 достаточно будет. И что я у тебя хочу взять? А у тебя ничего для меня особо толкового-то и нету. Ладно, свободен. Иса. Иса у нас радуется жизни. Так, теперь мне нужно начать оформлять, наверное, потихоньку мою вот эту вот мастерскую будущую. Для этого для начала нужно пустить вот так вот энергию. Потом мне нужно больше выходов. Ну тут не суть важно, где это. Пофигу вообще. Пускай будет так пока что. Надеюсь, я ничего не забыл, ничего не упустил. Хотя могу. Что сейчас все так на расслабоне. Скорость высокая стоит. Особо не обращаешь внимания тут на все, что происходит. Так, компоненты почти достроили. Но я, наверное, потом больничной кровати открою. Потому что я все-таки хочу медблок сделать. Ну вот на 2 кровати у меня хватит. Ну, это я их еще, наверное, не скоро начну строить. Не знаю, посмотрим. Так, вы закончили, да? Сейчас я тут разметку сделаю. Можно, конечно... Можно, конечно, верстак ученого где-нибудь сейчас тут поставить, чтобы у нас там непосредственно как бы лаборатория была. Чтобы она тут не мешалась мне на складе. В таком случае, где мне это все поставить? Может, где-нибудь здесь ее организовать? Пускай они там изучают. Или вообще вот тут. Не, лучше в этом углу где-нибудь делать, это тут ворваться могут. А вот здесь, в принципе, удобно будет. Тут у меня по плану еще один жилой блок будет. Как раз он вот до сюда где-то дойдет. Так, тут тогда проход. Да, и вот здесь можно лабораторию поставить еще одну. Как-нибудь. Сейчас тогда я накидаю. Итак, я накидал все, что нужно здесь у нас для лаборатории. И перенесу ее оттуда сюда. Пускай они пока строят. А это можно потом будет разобрать. Так, еще бы я хотел альпакам тут зону немножко подуменьшить, чтобы они сюда не ходили. Сейчас подожду, пока сделают. Потом можно окончательно перенести будет. Единственное, что... Этим ребятам я пока отключу, чтобы они тут не фейлили. Вроде ресурсов хватает. Я верну часть ресурсов-то вот, когда вот эти разберу. Надо в любом случае сначала достроить их. Потому что здесь оно мне вообще не надо.
мешает только лишний раз. Что-то тут в самом центре освещения не хватает. Я вот так временно сделаю. Хотя у нас все что временное, то постоянное. Я уже даже как-то к этому привык. Вы понимаете, да, что с ними сейчас будет? Так, все. Теперь свободны, а ты иди добей его. Все, это отключить. Это починить. Да, наверное, так. Угу. Отлично. Я сошла с ума. Так, кровать у нас готова. Давай сразу добьем это мониторами. Пускай так будет. Чтобы уже окончательно тут с покрытием разделаться и не возвращаться к нему. Добью. Там, где останется, так по чуть-чуть можно дозаказывать будет. Так, и я хочу сделать следующее. Где у меня товарищ? Давай, убирай тут срач весь. И иди сюда. У меня тут рога лишние есть, надо их продать. И, возможно, мне привезут аптечки топовые. А они мне понадобятся скоро. Так, тромба, что ли, так выросла. И надо, наверное... Так, на тебя пофиг. Надо, наверное, уже как-то по-нормальному тут все оформить. Так, маяк, да? В общем, делаем примерно следующее. Я уберу вот такой кусок зон, чтобы тут все очистили они. И тем временем построю медблок. Потому что медблок не нужен. И где его построить? Сейчас прикинем. Итак, я прикинул и решил, что вот это я отсюда уберу и медблок вот здесь построю, в этом месте. Пускай он тут будет. Меня-то устраивает вполне. Так что нужно назначить разборку и нужно назначить строительство. Вот, давай вот из... Ну хотя ладно, из мрамора и строй. Как-то так, так, так. И нужно двери воткнуть. Нужно автодвери тогда исследовать. Они мало стоят, что в медблоке мне нужна автодверь. Как раз пока это построят, наверное, исследование пройдет уже. Ставлю тут дырку. И потом разберемся. Все, давайте, работать. Вот так, значит, да? Осада.
Итак, нам пришла осада. Раз, два, три, четыре, пять. 10 человек. Что у нас тут есть? Снайперка, пистолет, пулемет. Снайпер, по-моему, один, да, только, насколько я заметил. Ладно, раз снайпер один. Особо тут, в принципе, с ними. Но я все равно с ними особо сейчас воевать не хочу, брони нету. Да-да, я опять буду вызывать подкрепление. Давай, иди сюда. И... Так, мне нужен... Так, ты давай хавай. Даже вот так вот. Потом мне нужен... Нет, тебя я не хочу вести, ты у нас нервный какой-то. Нужен ты. Давай в душ. Пока так. Я сейчас пару снайперов на них отправлю. Давайте иди сюда. Тут завязался бой. Минус один. Тут у нас что? О, отлично. Это неплохо. Можно будет коек медицинских настроить. Давай, и компоненты унеси. Нифига пацаны тут зажигают. Они одной команды, у них сколько, блин? Так, где у них снайпер? Ты, да? Дострелишь ли ты до меня? Что я тебя боюсь? Без брони. Давай сюда. Ой, блин, лошпеды. Можно было, конечно, подождать, пока они достроят миномет. Так бы я миномет себе прихватизировал. Да, что-то я переборщил тут с обороной. Так, нет, это надо мне сваливать. Блин, главное, чтобы они тут сейчас ресурсы не сожгли, которые остались. А, безопасность не бывает лишней. Пускай так будет. Пошли, да? Ну, теперь мне нужны автоматы. Точнее, мне, в принципе, так-то вообще ничего не нужно. Они сейчас все равно все пойдут в киллбокс. Вы куда? Вы здесь, наверное, на выход пойдете. Кто-то, наверное, будет эту дверь бить. Не, сюда они идти не хотят. Им тут проще, потому что в толщина в одну дверь всего. И куда тут, умники? Ага. Я уж думал, сейчас попрете на ловушке. Так, и мне нужно поменять обратно. Это и... Это. А, блин, вот же одна снайперка-то. Все это надо переделать, это нифига не видно. Мне это уже порядком надоело, что я тут ничего разглядеть не могу. Вот придурок встал на ловушку. То если он там сдохнет, я с ним репутацию испорчу. Ты, наверное, сгоришь, да? Горишь или нет? Интересно. Мне не знать. А попробуем тебя спасти. Возможно, удастся. Это все.
На переноску. Это, на переноску. Так, где? Вот. Перенести. Это пускай горит тут нафиг на него. И... Это на переноску. Гранаты они, наверное, не смогут перенести. Потому что они вне зоны. Но я потом доступ, если что, дам туда. Так, что, жить будешь? Жить будешь. Так, разберутся, в общем. Здесь все унесли, значит, можно вернуть нормальный режим работу. Так, это у нас... Ты... Кто тут у нас еще был, я уже забыл. Тебя давай. Нет, не туда. Вот сюда. Так. И ученый. Моченый. Ну, пускай так будет. Практически все убрали уже. Так, и мне нужно сделать вот это. И иди сюда. Нужно сжечь этих ребят, а то начнут сейчас гнить тут. Все, проваливай. Вот он, телевизор моей мечты. Экс, мебель. Итак. Микрособаки, да, тут у нас наплодились. Пускай бродят. И мне нужны больничные кровати, а чтобы их сделать, нужно знать, сколько у меня медикаментов. 60 на 6 кроватей хватит. Такс. Сюда. Да блин. Так я хотел. 5 сделаю и 10 аптечек оставлю на всякий случай. И мне нужны... Мне нужны. Так, где они? Нужно 2 монитора. Потом... И телек сюда. Все, вперед, погнали. Я потом коврики сделаю, а то тут грязь больно много копится. Коврик сюда постелить. Ну и постепенно надо весь песок будет застелить тут. Ну что это такое вообще? ЧП. Что-то мне аптечки так летят нормально. Thank you.
Блин. Не того заказал. Не хотел работорговца, пофиг. Пускай идет. Денег, правда, нифига не осталось. Наверное, что-нибудь продам сейчас, какой-нибудь хлам. Хотя мне и продавать нечего. Ну что, достраивать-то будем, нет? Все, сейчас надо ждать, пока собаки подрастут немножко. И на переносках обучить. И все, и будет хорошо. Лучше сюда поставить, а то вдруг тут врыв с этой стороны и разломает еще. Тут меньше шансов, что его потерять можно будет. Что ж, на этом буду заканчивать серию. Что у нас было в этой серии? Мы отбили рейд, точнее осаду. Так, мы тут все достраиваем. Мы построили больничку новую. Ее нужно будет еще благоустроить, немножко там цветы посадить, всякую фигню. Ну и потихоньку развиваемся дальше. Нужно будет здесь сейчас обустроить мастерскую, как дошлифуют тут основную массу полов. Ну или параллельно все это буду делать. Потому что у нас вот лаборатория уже здесь. Что примерно как-то так. Что ж, всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Пока.